Радостные эмоции – самые приятные и неизменные составляющие любого праздника. А когда город отмечает вековой юбилей, то эти самые эмоции возрастают в разы. Ну и, конечно, в такой день нельзя ими не поделиться при помощи новых технологий. В преддверии Дня города оператор «Мегафон» приготовил для жителей подарок, а именно увеличил возможности мобильного интернета. Теперь его скорость может достигать от 20 до 25 мегабит в секунду. Благодаря высокому качеству связи и суперскоростному мобильному интернету 4G от «Мегафона» абоненты оператора могли вести прямые репортажи в соцсетях, делиться яркими фотографиями и общаться в мессенджерах. Быстро ловят, моментально грузят фотографии, загружают видео, ролики в YouTube. В принципе, моментально прогружаются в хорошем качестве. Скоростью интернета, да, доволен. Я тут недавно сам замерял. У меня были большие показатели. Это вот буквально, наверное, вчера. Там доходило до 50 мегабит в секунду. Такие показатели интернета – заслуга технических специалистов «Мегафона». Они провели работы по увеличению емкости сети, установили мобильную базовую станцию, модернизировали оборудование на основных объектах связи. В дни праздника с учетом большой загруженности сети показатели были даже выше обещанных – до 30 мегабит в секунду. Но это не все, что подготовил «Мегафон» для жителей в вековой юбилей Орехово-Зуево. На празднике можно было познакомиться с виртуальной реальностью, сделать фото на память и моментально распечатать его на инстапринтере. Интернет от компании «Мегафон» позволяет распечатывать фотографии с неимоверной скоростью практически в момент выкладывания их в Инстаграм под нужным хэштегом, и принтер мгновенно улавливает эту фотографию. Помимо инстапринтера на площадке присутствуют также очки виртуальной реальности, очки Oculus Rift, где можно поиграть в различные игры, а также в игру, написанную от компании «Мегафон». Вы можете просмотреть концерт группы «Ленинград», оказаться прямо, так сказать, на стадионе и ощутить себя абсолютно там полностью. Столетие города – большой праздник для орехово-зуевцев. Вместе с «Мегафоном» он стал еще ярче. Оператор подарил жителям и гостям города новые впечатления, а самые активные ушли не только с хорошим настроением, но и подарками от компании. В дни праздника оператор «Мегафон» стал еще ближе.